Здорово всем, парни. В этом ролике бегал чисто по фану с МП 5 и патронами 9-19 РИП. То есть они не пробивают ни одну броню, но имеют урон 102. Это очень много, если стрелять по незащищенным конечностям, типа по рукам или по ногам. Что из этого получилось, увидите в ролике. Приятного просмотра. Трешка? Да. На холме сидит! Убил. Я вас смотрю. Я хилюсь в кустах за шурмой. Могу гренку на холм еще дать? Давай, чисти холм. Блять, смс-ку выложил тоже. Еще я выкидывал, чтоб место сэкономить. Первый уровень на холме сидел в кустиках. Так играют. Сорс нужен? Да. Как тебе его так кинешь, чтоб тебя нет. За тобой кидаю. Гляну быстро, кто это был. По звукам бот был орал. Дорога! Убили меня! Да что ты, блядь? Сидит опять где-то? Прям на дороге, нет, он не сидит. Никнейм помнишь? Рамон Кох, что-то там, 66, что-то такое. Рин Окумура 666. Да. Да, калашик у него. Еще один товарищ. Да вот так сел. К выходу подбежал. Мутанты, вектор, ёб твою мать. У тебя мутант не застрахованный, да? Уехал. 51-й, 51-й, 48-й. Да, шаги, по-моему, уже. Может, и холл. В чем-то душка, по-моему. Трёшка. Финан. У меня упори! Убил меня! Прямо на мне лежит! Вижу! Убил. Того убил? Хз. Мне не зарегало по нему вообще, аккуратно. Что не дохнешь, что Вася, бля. Теперь точно убил. У него БПшки еще. Да я понял. Так я не понял, у него СКС или что это? Да, СКС. Этот первый, считай, за камнем стоял. Мне некуда ему... Ну, я же по ногам должен стрелять, а у него ноги закрыты. В итоге я просто в него вжимал, в торс. Знаешь, сколько дамаг у него броня съела? Да. 1642. Нормально. Минус.
сбил мышь. Вот все это почему. В туалете сидел? Нет, напротив меченки. Ну я говорю, в туалете напротив меченки. В комнате напротив меченки. Я, короче, погнал туда. А, у синего контейнера с нычкой. Бил или нет? Да. Посмотришь полта? Давай. Скоро на контейнеры это. Очевидно. По-моему. Ты у забора. Я села. Убил одного. А что же у забора боем же сказать? Вот. Я не вижу его, где-то там в кустах. Не убило, прикинь. А он мне первым выстрелом опять в голову дал, в каску. Ты прям притягиваешь. Ну это пиздец. У меня чувака. За мной. Убил. Я сзади. Даю хаешки. Я средний. Убил меня, средний. Прям в голос. Еда? Да. Убил. Я вас загоняю. Выход открыт, нет? Открыт, сейчас выйдем. Давай, я заберу, собирай. Я забегаю. Где он убил? Еда. На втором точно никого? Практически, СКС-ка. Я не да, брал. Да, оттуда поснимаешься, когда он еще туда это соберешь. Так, что-то плюс. Это бот, калаш это бот. Пойди. Стреляет на длину. Ты с гаражей пошел? Да, да. Давай, мы тогда с этого длины зайдем. Надо малой стройки. Один на бомже минус. Второй, где сумка, за мусоркой слева. Топает. Убил, по-моему, ЧВКшник. Может, я тебя, конечно, слышал, когда вы... Ты заходил под плакатом? Да. Тебя, возможно, я слышал. А где глушак был, кстати? У бомжа пистолетчик. Вижу, он только что за сетку прошел. Убила. Хорошо. Я забегаю в сетку. Это бот. Тогда он на выходе может быть. Ты на... Нет, да, он на выходе. Был? Да. Смотри, еще один может быть. Где-то. Чисто низ.
там бельбик. Ух, напугал. Убил? Да. Игру свою проверяй. Тосмофобия играет. Тосмофобия зашел, ё-моё, блин. Ты не охренел ли? Че сделал? Так, у меня есть кто-то. Где? Что? У меня невидимка, блять. А нет, вон он бегает. Убил. Его реально не видно было. Здесь была заваруха, судя по тут сумки поскиданная. У забора, где спаун, где нычка. Ну вот там грены рвались. Я подбегаю, не убей. Первый ничего не упал. Окей, я на первом. Кто бегает сейчас? Я не бегаю. Я не бегаю. Кто-то сбежал на первый или за трешкой кто-то? Со стороны шурмы. Да, у шурмы бегает. Слышу, nice. По железу двое. Одного убил, а один у меня на третьем походу. Либо еще на втором. На улице есть. На улице есть. Один точно. Не вижу, на улице не вижу. Он на шурмы где-то ходит кустами. Слышал. Дал хая. Убил. Ага. Еще? Не-не, я его убивал. А ты спрыгнул к нему или нет? Нет, с окна стрелял. Вы уходите у шурмы? Нет. Еще, значит, один. Еще. Дал хая. Он за шавухой. Где она там? Я ему туда прокидываю. Убили? Убил одного, но там, по-моему, это вообще другой. Он стрелялся с ним за шавухой. Три, бля. А, жетон я снял. А, ты снял. Думал, он шустрый такой. По кому бот? А чё? Бот по кому-то. Не по нам. Это с трёшки, да, стрелял? Это пристрой у нас. Возвращаюсь к пристрою. На первый этаж, точнее. Я в двушке. Эти от медички пришли, типа. Тихо. Да, внутри ходит медичка. В туалете на первом. Двое, по-моему. На втором есть. Чего? Да. Я внутри. Убил меня на первом этаже лестницы. Там живой? Да, на первом. Я одного убил наверху. Он на ступеньках. Я понимаю, я вообще хорошо. Убил. Хорошо. Я сейчас что-то вообще сдыхать не хотел наверху. Ну тут фулка какая-то, волтыни, по-моему, на первом. Типа ник как дела. Что делаешь? Угу. Я вот думаю, нужна мне броня вообще или нет.
нет. Это 5 класса, убитая в ноль. Идут. Ну лучше какой-нибудь мусор насобирать, чем ее. Удобно с этой МПшкой, типа убиваешь волтыни в хорошей броне, и у него все целое. Потому что там урон идет, ты же по ногам получаешь. Ну я ему чисто по ногам и влил. Ты забыл, что мне диков, диков надо убивать. А я наконец-то получила 42-ю. Ящик залутала. Теперь у меня 2 пустых ящика. Круто, да? Сильно. Сможешь их продать потом просто? Да топлив. Зачем? Ну, деньги кончатся, продашь ящики, будешь деньгами. Ай, деньги у меня никогда не кончатся, я себе их фармила. У меня он был, сколько, 6 тысяч, 6 лямов. Я пошла за дикого, пару каток сделала, у меня было 11 или 12 лямов, не помню точно. То есть, в принципе, если у меня было бы желание, спокойно бы их фармила. Но у меня такого желания пока что нет. Это как этот же говорил. Пирата Карибского моря-то. Типа, знаете эти чувства? Когда хочется зайти в Тарков и прям фармить, фармить деньги, да? Да, знаете, у меня его нет. Да, так вот, у меня его нет. Железо. Лапик. Убил? Блять. А, у него КС-25. Я понял, почему один выстрел. Блять, эти решалы убил меня. Ёптить. Ну это он багом, этаж? Багом меня убил. Да, 3 попадания одним выстрелом. Ой, бля, капец. А в каком этаже были? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.